У меня появился новый телеграм-канал. Давайте добьем туда 5000 подписчиков, и я сделаю для вас розыгрыш на какой-нибудь нож. Ты да отойди! Отойди! Отойди, твою мать! Это бан! Запомни меня внимательно, животные. Я скажу разработчикам, чтобы забрали все твои ММР, какие у тебя там есть, и отдали их мне. Мне парень кинул донатик и сказал: братуха, я тебя запущу. Только попробуй играть хуже, чем я. Только попробуй. И чтобы у тебя было минусовое КД, чел, я очень сильно разозлюсь. А-а-а! Твою мать. Чего? Мне чел пишет: дай голды за буст? Максимум, что я тебе дам, это в рот! Ну реально с кайфом игра, не? Не, ну отвечай, ну просто с кайфом, пацаны! 2-0! Ха-ха! Имба! Имба подъехала! Ну я отвечаю, я прям в шоке сам себя. Где такое видано, чтобы я играл в 2 КД? Раз, два, три, тут чел меня ждет. Нифига, вот эту хаешку прокинул. А! Ты какого хрена тут делаешь? Мужик, я уже очканул. Ай, я бот. Ладно, пацаны, залазен. Немножко опозорился. Не, чел, ты пообещал, что ты меня забустишь. Ой, блин, у него еще интернет лагает. Мужик, играй! Нет, нет, не, не, чел, не смей. Ты мне 500 рублей кинул? Тварюка! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Это руина! У меня появился новый телеграм-канал. Давайте добьем туда 5000 подписчиков, и я сделаю для вас розыгрыш на какой-нибудь нож. Твою мать! Ну я ж попал, кусок говна! Брат, давай. Не-не-не-не-не, ну пожалуйста. Твою мать, он залагал. Ну какого хрена ты с ножом? Ну зачем? Ну ты ж в жизни никого на нож не посадишь! Твою мать! Твою мать! Вот тут с камеры, там мой тиммейт вот этот. Твою мать, чел! Какой ты... Ну почему? Ну нахрена ты руинишь, животные? Ладно, ладно, сорян, сорян. Ладно, чел, может ты мегабрейн? Не-не-не, брат, прошу, надо играть, надо играть, надо играть. Ну твою мать, ну что ты делаешь? Чел, прошу, надо играть, надо играть, надо играть. Ты нахрена выбросил? Что ты творишь? Он скины выбросил. Мать моя женщина. Твою мать. Это, ну это полный трэш. Ты играть начнешь? Напишу. Чел! Играй! Вашу Машу.
Он сзади был! Иди в задницу, мальчик! Твою мать! Ты кусок дерьма! О, не-не, ладно, норм чел. Слушай, нормально? Охренеть, благодаря моему брейну мы выиграли. Именно благодаря моему брейну. Илю, хромогей поправь. Брат, хромогей поправляй, только гей. Ой, ну, поправил, брат. Я же есть один из этих. Все, поехали. Но мы их ни в коем случае не осуждаем, а поддерживаем и одобряем. Брат, дай мне подсадик по-братски. Подсадик. Дашь... Твою мать, что ты творишь, голова? Ну, твою мать, я подсад попросил! Слушай, ну нормально чел играет, в принципе. Нормально играет, наверное, киберспортсмен, это кто там? РГГ, я думаю, состав РГГ чел, не? Так, тут никого нет. Ах, да твою мать! Вы что там, все киберспортсмены или как в команде КТшников? Ох, долбанный лакер, ох, я зол, ща, пацаны, порвем кому-то очко, или мне, или моему тиммейту, надеюсь, моему тиммейту. Чел, ну надо играть, блин, я говорю, ну чел просто бросает хаес от себя, он говорит, я думал, ты лучше играешь. Я лучше играю? Ты сраная руина! Да отойди! Отойди! Отойди, твою мать! Вы это видели? Это бан! Поверь ты мне, я не кем-то ПК, если тебя не забанят. Но у меня минус 50 хп из-за этой бестолочи. У, чел, ты разлил монстра. То чел? Да ты шо, мой пупсик, спасибо за ВМ. Тише. Да твою мать, ты мне метку неправильно дал, идиот! Вы видели? Это мой тиммейт мне дал метку. Ну, я говорю, это руина. Это 100% руина. Запомни меня внимательно, животные. Если я из-за тебя буду голд один, мы порвем твою попочку. Но я стану снова голд 2. Я скажу разработчикам, чтобы забрали все твои ММР, какие у тебя там есть, и отдали их мне. Он пишет, извини, у меня само кинулось. Что само кинулось? Ты меня чуть не замочил. Уйди от меня, руина. Это руина, пацаны. Это то... Да ты куда кидаешь-то? Ура. Нормально, найс. Да! Я все взял в свои руки. И, как обычно, ребят, затащил. Фух, ребят, ну мне повезло, что хотя бы я не такой рукожоп. Потому что если бы я играл как мой тиммейт, ну это все. Это я же был бы минус 600 ММР. Он пишет. Знаешь, что он пишет? А где бомба? Не, это полный трэш. Ты же говорил, ты элита. Ты спрашиваешь, где бомба, играя за КТ у меня? Так. А где противники? Нормально. Нормально ты мне метку дал, чел. Лучший. А! Да! Так, все, пацаны, теперь осталось просто кинуть так дымочек. Все, имбулечка.
Ох, пацаны, долбаный пот! Потим, пишет, ты с телефона? С какого еще нахрен телефон? Я с ПК играю. Не-не-не, прошу, чел, вот сейчас сыграй, сыграй. Мой, пожалуйста. Давай-давай, родненький. Твою мать, ты че не стрелял по нему? Фух. Не, все-таки мой тиммейт руина, но не полная. Вся надежда на моего тиммейта. У него ник кибер-про крутой. Брат, давай. Сделай это ради меня. Сделай красиво. Жесткий чел. Ох, хорош! Забрал джентльмена. Лучший. Ай, ну басос, ну басос. Минус 2! Папа дал минус 2! 8-5! Да! Даже с тиммейтом руиной я все равно сделал невозможное. И прямо сейчас я получаю мои заслуженные... О, я был гол 3, прикиньте. Я получаю гол 4 стану. Давай гол 4! Давай 45 ММР! Давай, родненький! В смысле плюс 15? Это что за плевок мне между глаз? Мне дали плюс 15? Это тупо то же самое, что мне дали в рот.